Вот такое вот доброе утро. Ну что, сегодня встал с утра пораньше, погода прекрасная. И собрался вот сходить на Алчак, на гору. Это вот та, что вы сейчас видите. Потом схожу на Меганал, все пешочком. Посмотрю, что там вообще есть. Расскажу вам, что это такое. Сам посмотрю. Море сегодня синющее такое. Солнцем все заливает. Я сам себе завидую, ребята. Вот туда сейчас поднимусь. Вчера дождик, конечно, прошел нехилый. Поэтому сегодня сыровато, но это же гора, с нее все должно стекать. Ну, помаленьку забираюсь. Посмотрим, что там дальше. Понятно, что сюда ведет несколько тропинок. Я вот иду по которой-то из них. Ну, тут вот еще можжевельник растет, и запах такой приятный. И он полезный, этот аромат можжевельника. Что-то он выделяет там для здоровья благоприятное. И насколько я знаю, наверху там его должно быть еще больше. Целая роща. Ну, в какой-то из дней, сегодня, не знаю, если успею, то сегодня. Если нет, то завтра поеду вот туда, в поселок Новый Свет. Там тоже тропа здоровья, тропа Голицына называется. Я вот, и там тоже это можжевеловая роща. Ну, там, короче, крутые виды всякие, места занятные. Ну вот, на самой верхней точке Алчака нахожусь сейчас. Смотрю на эти просторы великолепные. Вон туда еще сходить. На краешек там обрыв, где вот я вчера лазил. Тропа эта. Вот. Ну а потом вот двину туда, в сторону этой горы. Это Меганом. Ну и по пути, если будет куда зайти посмотреть, то обязательно зайду и посмотрю. Конечно, классно придумали сделать тротуары аж до самого Меганома. Вот дорога идет, и у дороги есть тротуары. Класс, конечно. Ну и, конечно же, виды на Судак сверху. Небольшой городок, но с одного на другой конец идти полчаса точно уйдет. Ну вот, а там кто-то уже раньше меня ходит. Тоже какой-то спортсмен. Просто так напрямую поснимаю. По периметру Алчак обойти, посмотреть со всех сторон, что есть. Вот это вид на город Судак. О, класс, конечно. Можно здесь лезть. Такая не крутая горка. Так, что такое мыс Алчак? Это древний коралловый риф. Ну, в перемешку с каким-то мраморным известняком. Это, насколько я почитать успел. Но на самом деле, вчера, когда по низу гулял, и там вот эти обломки здоровенные камней, если в них смотреть, на эти камни поближе, то прям видно, окаменелые эти кораллы. Такие противные. Ну, не знаю, мне такие вещи не нравятся. Как щупальца такие, окаменелые, много. Так что вот, ребята, невысокий он. Ну вот, например, хоть он и невысокий, но за один раз, за один присест я не мог на него подняться. Все равно одну передышку какую-то останавливался, делал.
Ну вот, кстати, это небольшая можжевеловая роща. Она реально небольшая, я думал, что она побольше была. Вот. В новом свете, конечно, пошикарнее. Там целый склон этого можжевельника. То есть туда вот когда отправлюсь, все покажу. Вот очочки себе купил. Я все еще на Алчике. Пойду сейчас на Меганом. Это вот туда. Путь не близкий. А я даже в туалет не сходил. Вот такой я озорник. Ну что, иду на спуск. Мне вон туда. Еще немножко завораживающих видов для вас. Опа, какая беседочка. А ну-ка, вот оттуда сейчас слез. Вот туда мне надо. Чистая, конечно. Вот такой пляжик. Какие-то старые забросы вышел. Хрен пройдешь вообще. Хочу на ту сторону и не могу перейти. Там канал просто капец здоровенный. А вот мост. Ну вот, скоро уже дойду до Меганома. Тут смотрите, какая прикольная дорожка. И для пешеходов, и для велосипедистов, и для машин отдельно. Круто, везде бы так, конечно, сделали, чтоб не мешали никто друг другу. Здесь солнышка нет, а на Меганоме прям солнышко красиво смотрится. И пока еще не так жарко, он зеленый. На самом деле летом там вся трава выгорает, и он такой желтенький получается. Сейчас такой, как альпийские луга. Вот уже совсем Меганом близко. Но я, наверное, сегодня не знаю, пойду на него наверх или не пойду. Сейчас подойду к нему и посмотрю, что там вообще происходит. Тут кругом все застроили. Ну, стройкой все идет. Как бы вид такой не очень интересный и приятный. Ну, лично для меня. Я не люблю, когда так. Все огорожено. Везде эти арматуры торчат какие-то. Что-то вот все такое. Возможно, когда все это сделаю, будет круто, но вот сейчас мне здесь что-то не очень понравилось. Гораздо лучше где-то вот утром на Алчике был. Вот там виды хорошие, красиво. Природа, воздух чистейший. А здесь что-то так себе мне не очень приглянулось. Сейчас нахожусь на какой-то фигне. Такой выступ в море. Мысок такой. Не знаю, скорее всего, ведь он природный, да? Как будто такая лава застывшая. Дырочки такие вон. Это ж не может быть, чтобы это плиты были. Да не, конечно, это не плиты. Вон там камень цельный. Выглядит, конечно, необычно. Как это... инопланетная какая-то поверхность. Вот так вот. Как будто реально лава стекла такая, только откуда стекла, гора тоже не здесь. Но все равно прикольно. Уже что-то другое. Уже что-то необычное. Купаться здесь запрещено, табличка была.
водоросли, а там, похоже, глубина сразу. Мне даже водички с собой не взял попить и пожалел, потому что здесь ничего не работает. Я думал, хоть что-то здесь должно работать, но вообще ни одно заведение не фурычит. Поэтому обратно, наверное. Тут, кстати, прикольно, вот эта дорожка пешеходно-велосипедная, и вдоль нее через какое-то расстояние стоят самокаты эти остановки. Я вот думаю, обратно на самокате. Потому что чисто времени жалко. Ну что, считай, в эту сторону прошелся, посмотрел, что к чему. На пейзаже полюбовался, на виды, все увидел. Обратно можно и поскорее, зато еще в одно какое-нибудь место успею. А может, и не в одно. Вот так, ребята. Ого, тут целый тренажерный зал. Под открытым небом. Причем неплохой такой. Какая чистая водичка, как на Мальдивах. Тогда о, берег обваливается. Смотрите, ребят, чистота просто. Вот это мы с Меганом. Смотрится, конечно, красиво. Ну, чувак с металлоискателем ходит, что-то ищет. Ну что, решил я сегодня не подниматься на гору. Все равно это как бы сделаю. Где-то в течение оставшегося времени. Сегодня просто не взял с собой ничего, ни водички, ни поесть. А там есть табличка перед горой, перед подъемом. Про маршрут 10 километров он. Максимальная высота 280 метров там. Ну, все эти циферки расписаны. Поэтому я потом подготовлюсь, и тогда просто до сюда пешочком уже дошел. Причем до этого на Алчак поднимался. И потом лучше как-то свеженький приду, а лучше приеду. Сюда приеду и потом по Меганому погуляю вот эти 10 километров. Там маяк есть какой-то, в общем, там есть что посмотреть, говорят. Поэтому все впереди. Вот, сейчас пока возвращаюсь обратно. Может, сегодня либо на рынок схожу, либо в крепость. Либо в Новый Свет съезжу на закат. Закат поснимать там, если, конечно, солнышко будет. Солнышко будет, то будет красивейший видос с закатом из Нового Света. Так, может, искупаюсь сегодня еще. Шторма нет, море чистое. И это очень клево. Ну вот еще такие космические пейзажи для вас. Конечно же, море. Так что сказать, отлично сходил опять. На обратном пути на самокате прокатился. Далеко прям хорошо уехал. И это очень удобно. Потому что пешком туда идти час не меньше. Даже больше часа. А на самокате я за 20 минут обратно доехал. Не до самого дома, конечно, но тут пешком осталось немножко прошагать. Это классно. И недорого. Так, еще на Меганоме поел мидий свеженьких. Ну, вкусно так, что сказать. Порция 400 грамм, но там вот такие здоровые панцири. А сама мидия малюсенькая такая. Вот. Конечно, не наелся, но так чисто попробовать было надо. И поэтому доволен, вкусно, мне понравилось. Веселые ступеньки. Медленно, наверное, поднимаюсь до крепости.
дорога ностальгию навевает. Здесь я ходил, когда еще с детьми сюда приезжали. Это сколько лет? 7, может, назад было. Может, даже больше. Что в той стороне снимали жилье. И вот туда на море ходили. Пока народу немного, так все обойти тут. Реконструкция еще нет. Якорь. Пушка, просто пушка. Бах! Я думаю, что кладку-то здесь уже перебрали. Ну, где-то старая совсем, ну, изначально. А где-то уже просто подремонтированная. Но все равно так кирпичики подогнаны. Пляж Мохито и набережная Судака. О, высота, конечно. Добрый день. Вот мы, Солчак, где я сегодня с утреца был. Море синее такое. Сама башня закрыта сегодня. Раньше открыта была. Можно было внутрь зайти. Сейчас нельзя. Но кто-то там есть. Все пошли вниз. А я, конечно же, пошел дальше вверх на гору. Тем более тропочка есть. Как-то не сходить.